Да, у меня был опыт в похожих матчах. Летом я практически выиграл Battle Royale в Лужниках. Ну, там не повезло. С момента моего дебюта я учился практически во всех массовых матчах. Да, был. В этом году я стал победителем королевской битвы в Лужниках. Да у меня только в подобных матчах и был опыт участия. Я всю свою карьеру участвовал в массовых матчах. Матчах 2 на 2, 3 на 3. В Лужниках. В подобных матчах я участвовал. Не могу сказать, что достаточно успешно. Опыта участия в таких матчах у меня не было. Но в своем городе я зарекомендовал себя как настоящий уличный боец, когда дерешься стенка на стенку. Нет, в подобных матчах у меня опыта еще не было. Я уже участвовал в матче 5 углов. Название лучшего дебютанта 2009 года. И я там победил. В этом году я участвовал в королевской битве, и мне не хватило совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть опыта не хватило, чтобы победить в нем. Последние 2 месяца я усиленно тренировался, готовился к главному событию года – Кубку Президента. Да, я участвовал в Кубке Президента 2004 года, но, к сожалению, не смог тогда выиграть. Опыт, конечно, есть. Я 3 участвовал в подобных матчах. И 2 раза из них я выиграл, между прочим. Редко хорошо себя показываю, но я надеюсь в этот раз все исправить. Я стал лучшим дебютантом 2009 года. Ну, сейчас уже многие из тех рестлеров, с кем боролся тогда, они выступают. Как говорится, дорогу молодым. Ну, у меня будет шанс надрать задницу молодым. Я думаю, что у меня самый большой опыт участия в подобных боях. Очень интересно поучаствовать в нем. Ведь победа в нем – это не только престиж. Это еще и прямая дорога к чемпионскому поясу. У меня теперь предоставляется 2-я возможность стать чемпионом в тяжелом весе. Я думаю, в этом матче я применил все свои качества уличного бойца. Единственная осечка – это Кубок Президента 2005, где я вышел под номером 1 и продержался до самого конца. Ну так вот, на предстоящем шоу я этот пробел собираюсь восполнить. Даже если бы у меня не было этого опыта, я могу всему научиться сразу, поэтому что-что, а за это я не переживаю.